Perfect. Так, я же зависла. Давайте про... О, ну, в тему, так сказать. В тему посмотрим видео про вебкам-модель. Онлайнер. Интервью без лица. Вебкам-модель. Там не было чего-то такого сильно порнушного, что надо было быть на верхних строчках, чтобы, то есть, меня увидели. Мог просто клиент реально это все записать и просто скинуть куда-нибудь, найти меня в соцсетях и разослать это всем. Когда я поработала, спустя год, мне уже казалось, что я ничего плохого типа не делаю. У меня появилась какая-то дикая неприязнь к пацанам, к мужикам. Мне казалось, что они все хотят от девушек только посмотреть в итоге, потому что реально были, ну, люди вроде, он просто начинает с тобой общаться, думаешь, ой, какой хороший мужчина, а потом он просто показывает тебе. Ты вообще не могла ожидать, что вот этот чувак сейчас может попросить тебя о чем-то. И какое-то у меня было разочарование. После этого я вообще не могла ни с кем общаться. Если бы я узнала, что этим занимается моя дочка, а если бы это было в том возрасте, мне было тогда 18 или 19, ну, я бы не говорила бы, боже, как ты могла, ты ужасно. Я бы сказала просто, давай ты, пожалуйста, этим не будешь заниматься, найди себе профессию по душе, тебе это не нужно, но я бы не осудила, что она что-то ужасное сделала. Есть девочки, которые в жизни спят со всеми подряд, и я считаю, что это гораздо хуже, даже если это они делают не за деньги. Сегодня у меня тоже такой же примерно заработок, но я зарабатываю это своей любимой работой, особо не напрягаясь. Деньги легче, конечно, которые я зарабатываю сейчас, потому что все-таки доля какая-то напряга была. Ну, я в маске, потому что я не хочу, чтобы определенные люди знали, что я была на такой работе. Даже я не скажу, потому что мне стыдно за эту работу. Я просто знаю, что эти люди этого не поймут. Жестко. Не, ну, конечно, если сравнивать просто проституток, да, и вебкамщиц, то, конечно, проститутка это, ну, понятно, что гораздо хуже, как бы. Это логично. Вот, вебкамщица, конечно, но риск того, что тебя будут сливать, это прям, ну, 90%, как которые стримерши, да, сейчас некоторые стримят, которые пришли именно от всяких вебкамных сайтов, типа их как раз-таки сливали. После того, как они стали стримершами, до этого сливали, и как бы все равно у людей это всплывает. То есть, потому что то, что происходит в интернете, как бы оно всегда останется. Найдется такой человек, который это сделает. Вот. Поэтому, ну такое. Это можно стримить без лица, по идее? Ну, мне кажется, можно. Скорее всего. Типа вот так вот, начиная отсюда и ниже. Я думаю, да.